Всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята. Сегодня мы будем играть с пауком на пчелке. Да. Поздоровайся. Всем привет. Всем здорово, ребята. Так, короче, смотри, тут лобби. Мы играем в прятки. Да-да-да. Ну, точнее, в этих, как их. Ну как? Сундучки ли? Вот смотри, 5 и. Нет. 9:24, видишь? Вижу. Ага, все, заходи. Все, зашел. Ты тут? Да. Да-да-да, тут. Все, с вами. Ну. Так, сейчас с каким предметом будем? Не знаю. Маяк. Маяк. Давай маяком. Хотя не-не-не, давай, знаешь, чем? Дубовыми досками. Давай, дубовыми досками. Нет, маяком. Давай. Я не знаю. Стоп, подожди. Там есть адская звезда, снизу 3 обсидиана, по бокам стекло. Да. Блин, надо было маяком круче. Так, ты кто? О, мне показалось, тут бедрок бегает. Так, куда? Ты где? Тут есть кинотеатр, прикинь. Чёрт, я дубовой доской взял. Включай эти черепашки-ниндзя. Ой, сейчас, кстати, да, главный фильм смотреть. Ну. А, ты ж ходил, я-то не ходил. Кстати, поясни там, что было. Чё, как? Чёрт, я не успел даже спрятаться. Да? А чё, как? Да. Ну, типа... Я-то не ходил. Как бы тебе сказать? А вот эта, короче, девчонка... Ага. Она была киноебалчёвшей. Угу. И она типа снимала вот так клан фут, а клан фут были типа спецназом. Кстати, вот эта девчонка, ты в курсе, то что она снималась это фильмы Трансформеры? Реально? Угу. О, как. Она мне друг сказал. И потом она увидела какого-то одного мудака из этих черепашек ниндзя. Угу. И она, типа, всем начала говорить, а ей не верили. Потом она сделала всех четырех, ну, как бы, мамами. Сделала. Ну, снимок всех четырех. Слепила из пластилина. Конечно, ты так говоришь, как будто она слепила их. Не, как бы... Ну, снимок давай, что дальше было. А она сфоткала всех этих четырех черепашек-ниндзя. А, ну, мамально, как бы, мамально. Да, я понял. У тебя знаешь, как это получается? Ну, мамально. Заместо не ты говоришь мэ. Это так забавно. Ну, мамально все было, все нормально. Мамально было. Давай дальше. Ладно. Давай, продолжай. И потом ей какой-то один мудак появил. Слушай, у тебя как начинаем, у тебя все мудаки. Ну да, так все есть. Кстати, сколько? О, 3, 4. Блин, а где мы-то? Ну сколько вообще? Нас? А, без понятия. Нас же 4 или 18, я чуть не понимаю. Да, сам не понимаю. Нет, нас 18. Да, нас 18. Да, но меньше. Так, ты спрятался? Да-да-да, я спрятался, я в этом. Как бы тебе объяснить? На балкончике. А в воде. А. Маяк в воде. Кстати, когда в воде прячешься, мы же не подыхаем, получается, кислород. Не, не подыхаем. А, ништяк. Я вообще-то не маяк, я дубовая доска. Че отсюда? Иди, все, молодец. А, ты не маяк. Я ж тебе посоветовал дубовую доску выбрать. А вот ко мне девчонка идет. А, все, я подох. Я ее откинул. Че, там их столько много? Я знаю. Нифига их там толпа-то бегает. Там их апокалипсис. Зомби-апокалипсис. Зомби-апокалипсис. У меня, кстати, какая-то семерка внизу. Это что значит? Не знаю. Ну, в смысле, опыт. Опыт. Где опыта, да, шкала? Это типа, через сколько я спрячусь? О, все. Меня спалили.
Меня тоже. Че, он подох? Нет. Он нет. Ёлы-палы, мне сейчас так повезло, ты бы знал. А, не-не-не-не-не. Ай-яй-яй. Че, убили? Да. Ты, тебя тоже? Да. Ну, хоть я не один буду. Кстати, прикольно вот эту фигню сделали. Какое? Ну, типа решетки, типа такие эти, из этих. А, да. Вообще классно. А я, кстати, знаю, как они это сделали. Знаешь? Да. Они, короче, из новой версии, на этом оно чувака смотрит. А, типа баг, да? Да, баг. Но. Ну их же как-то еще типа делают, привет. Типа как-то делают. Чтобы они чтобы человек не мог через них. А, нет, подожди. Человек так и так через них получается? Да, они никак не пройдет. Только получается, они только поставили команду, чтобы он не смог их ломать и все. Ну да. Да. Довольно прикольно. Кстати, я там чувака видел, где я прятался. Пошли туда. Погнали. А где ты прятался? Да я сам уже не помню. Ну ты бы видел, такой эпик. Я бегу, меня чувак один там не ударил. Вот, кстати, смотри, кинотеатр ударит черепашек-ниндзя. Давай, включай. Сейчас. О, чувствую, кто тут смотрел черепашек-ниндзя, не очень-то были довольны. Все, включил. Давай, смотри. Давай. Чувак. Смотри, не, какой там мудак делает. Это женщина. Ой, девушка. Она из экрана вылезла. Прям 3D. Это как ее, которая снималась, пошли ее забьем. Эй, пионил, стой. А, все, проиграли. Проиграли. Это ты проиграл. Я выиграл, ты проиграл. Ага. А как ты хотел? Так, стой, подожди, сейчас лобби включится. 6.24. Не, кстати, вот ребята, кто ходил на этот мультик, ну кроме меня, я не ходил туда, я потом по телеку посмотрю, когда его выйдут. Пут и мультик, какой мультик, сериал или что? Пут, блин, сериал. Фильм, да? Да. И кто смотрел, вот реально, скажите, кто там был и вообще как, что там было. Что там было? Подожди, что, подожди, лобби. Кстати, вот давай, вот там было, видел, 2 и 24, туда заходи. А где? 2 и 24, ну там уже больше. Да понял. А, все, зашел, молодец. Я не надо. Кстати, знаешь, вот в черепашках ниндзя, согласись, их вообще изуродовали. А, да. Они вообще, они какие-то, ну, не очень стрёмные какие-то стали, хотя мне даже такие прикалывают. Всякие уроды. Мы-то с тобой сами-то видел. У меня вон вообще кости торчат. И кровь. Видел? Ага. Это что было? Это я. Кость себе сломал. Не, такое сейчас было, такое ощущение, как будто ты там подкорм поел. Алло. Алло. Че, у тебя все пропало опять или что? Не, не пропало. А, все нормально. У меня, когда мы вместе говорим, у меня ты попадаешь. Так это ты виноват? Это мы виноват. У тебя какая-то хрень, у тебя еще плюс браузерные игры не включаются, я вообще не знаю, что с твоим компьютером. Да, вообще. Выкини его. Че, скоро начнем? Да, скоро, смотри. А, кстати. Чего? Это называется химинг. Точка ком. Комп. И че это было? Химинг. Точка ком. Стой, подожди, и че это было? Кстати, играем на сервере, не помню каком, помню только картинку этого сервера. Пчелка. Да, пчелка. О, не-не-не, шмель, да, давай всем теперь будем говорить, что это шмель. Это ты? Да. Это ты. Ребята, создатель. Я признаюсь, я создал этот сервер. Да. Да, все, я вас всех забаню. Знаешь, кого забаню? Кто тебя нашел? Его сразу же баню. Кого он меня нашел?
Например, кто тебя сейчас понял. убьет. В смысле, меня кто убьет? Ну. Так ты здесь Знаешь, совсем. эта игра, вот эта вот, напоминает чем-то Outlast маленько. О, Так. я буду верстаком, наверное, да? Для печки, как ты думаешь? Вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе галить. Верстак я. Я печка. Давай. Не, у тебя так все-таки это прикольно получается. Ну, все нормально, мамально. Нормально. О, я тоже хочу быть индийской. Вот я нашел место для меня. Я наверх залезу. Тинтишка, ты куда? Че, я на синдишку? Угу. Она без меня куда-то уходит. Слышь, а может быть туда нам вот эту вот залезем на ракету? И кто будет туда забираться, будем отбивать их? А Как тебе? где ракета? Большая такая. А, ты вышла? Подожди, а как туда залезть? Ладно, все, Че, я вышла? передумал. Я передумал. Ты вышел? Нет, ты что гонишь, чтобы я вышел? Чёрт! Меня уже слили. Слили. Ну. Давай тогда тоже сольюсь, чтобы вместе искать эту Ну, мечту. давай. А то мне что-то неинтересно одному прятаться, сидеть. Нифига себе, да я профессиональный этот ПВПшник, оказывается. Так, ты что, все на спауне? Да, я на спауне. Ну нет, а ты где то есть? Ну, в смысле, сейчас появлюсь я. Если хочешь, можешь подождать меня. Я И тебя и так у тебя жду. какой-то, знаешь, это, я тебе потом диапазон этого убавлю, твоего микрофона. У тебя просто такой, как бы тебе объяснить, помехи такие небольшие. Пшшш, вот такая А, понял. фигня. Я тебе потом диапазон убавлю. Вау, это что за хрень? Я понял, что это такое. Я знаю, где есть именно. Нет. Чего? Нет. О, слышь, может, чем пожарим? Меч, например. Пошли на ужин. Где ты Да-да-да. жил, муж? Там их, кстати, дофига. О, это кто меня убил? Ну ты чего, дверька? Так, опа, нашел. Чувак, не убежишь. Ну давай. Дабкил, давай. Ну ты чего, офигел, давай. Отдыхай. Все, молодец. Прикинь, на меня сейчас верстак напал. А что пропускать? Шли на ракету. Давай. На ракету? Да. Пошли. О, там кто-то еще. Все, завалил, молодец. Печка бежит, печка, братик, братик. Я Братан, увидел. увидел, давай. Блин. Чё, нифига не быстрые. Где? Что Нифига она. пропал? По ней еще попасть надо, вот это бесит, да? Ты у меня пропал надолго. Или ты просто молчал? Не, я молчал, ты чего? А, я думаю, ты у меня Я пропал. слил или кто? Нет, я не слил, блин. Они от нас бегают, тупо бегают. Ну с тобой это, лол, я тебе скажу. От меня сейчас дуб убегает. А в курицу, кстати, можно превратиться? Нету, нельзя. Или это только для випов? По-любому это только для випов, как ты думаешь? Еще курица. Мне кажется, это только для випов. Тинтишка. Вижу. Моя тинтишка. Моя. За что? Да блин, вы дуба догоните. Тут где-то спряталась стопудовая печка. Вот, да елы-палы. Этого тупорылого дупа никто не может догнать. Что, догнал? Да я его вроде два раза ударил. Чё, почти убил, походу. О, Гните дуб! да наконец-то. Что, обиделся? Да. О! Четыре или даже пять человек не могут догнать один чертов дуб. Какого фига? Я просто один догнал в тень тишку.
Вау, офигеть. Что меня бьет? Дуб. Дуб. Я его почти убил. Сейчас, прикинь, в чате. Я воскрес. Я че убили? Я воскрес из ада. Ну тут по-любому кто-то этим обсидианом. Обсидианом. Блин, что за звук, а? Что за хрень? Ладно, все, не буду к этой хрени подходить. Кстати, знаешь, что мне нравится? Чего? А новая текстурка льда. Видел? Новый лед. Нет, не очень. Блин, звук сейчас какой-то бесимый был, а? Но я видел текстурку этого льда. Нормально, наверное. Кстати, знаю, где спрятаться. Можно. Тут. У себя дома? Да. Чё, матч закончился или чё? Да. Ну-ка, сколько у меня киллов? Где я? Где я? Блин, я на предпоследнем месте. У меня 3 килла. О, блин. Сейчас, подожди. У меня 2, наверное. Как вверх полистать? А ты как вообще смотришь? А, это из этих. Я, получается, на этом, на втором месте. По убийствам. Так, я сейчас буду. Так, нам надо заканчивать. Ты чего? И вот. Поглотила дверь Сашулю. И больше он не вернулся, Сашуля. Никогда. Никогда больше не вернулся. Алло. Так, все, я тут. О. И вот выплюнула дверь Сашулю. Потому что он был невкусным. Кстати, тут довольно прикольные эти, да? Давай потом это тинтишки купим. И будем тинтишками. Ладно, куда заходим? Нам надо заканчивать. А, заканчивается? Да. Ребята, короче, вам понравилась, если серия, наверное. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем до скорого. Всем пока. Да, пока. И смотрите Черепашки-ниндзя. Угу.